О том, точнее просто маленький кусочек, который я вставлю, вот когда выиграю шилу, записываю на данный момент шилу еще на черном рынке, пока ею владею я. Короче, Максим Егоров, местный дебил, начал писать бабушке, естественно, с ним вел переписку я. Он все это вел и мне типа отправил такой. Ну и как-то я как бы и вел, так у меня все это так было переписка. Ну, я ему пишу, ну как тебе, я раньше увидел, ты в чесе там. Он пишет, потом опять кидок, пофигу на это. С Харитоном у нас уже мир, все нормально. Это все не то. Вот потом, сейчас кое-что проверну, и что же, я написал. Увидишь видео в ГИБДД, вашу району скину, удачи, я ему написал. Ты про бан в группе. Да, я в одной группе, где 20к участников забанен на до 13 ноября. Так что все равно начал ты писать с другом. Он что-то мелкое хулиганство, штраф постоянно пишет, все свой. Прислал эту фигнюшку. Какой именно? И прочитаем его. Посмотрим. Так, дальше все это он пишет. Фигню какую-то. Потом я даю свой аккаунт другу, и начинает он, свой ВК даю другу, и он начинает сам вместо меня писать. Ну, как бы, просто такой тупой, это друг пишет, что очень смешно, если тебя сейчас у друзей спросишь, учишь, ты знаешь, как кидать в ГИБДД, изи работать, он пишет, изи работать в ГИБДД, тест работает в ГИБДД. У одного дяди работает в полиции, у другого тест работает в ГИБДД. Суть. Дальше пишем, я пишу, красава тесть, друг пишет, красава тесть, респект ему, делать же ему нечего, как видосы кидать, мне с тебя смешно, это все писал друг, он отвечает, ну, кидать не он будет, я узнаю как, штраф будут выплачивать, если не, штраф будут выписывать, если на нас пожалуется тот водитель, а так, пиши друзьям дальше. Он написал одному из моих друзей в контактах. Не суть. Просто он взял, просто тоже написал. Узнавал мой адрес. Вычислитель. Штраф будет вам, он пишет, штраф будет вам за то, что вы сделали. Потом друг пишет, выписывать будет. Потом он пишет, поверь мне. Друг пишет, что мы сделали. Потом пишет, сам страдал такой херней, когда был мелким. Нет материальных подтверждений, знаешь, а мне на твою жизнь пофигу. Он скидает какую-то ссылку, какую я нашел. Можешь не заходить. Какую я нашел, зря ты мне кореш пропалил. Или сестра, или тетя, ахаха, пишет друг. Я в курсе. Короче, он все усердно пытается вычислить мой адрес. У него это ничего не получается. Так, да что здесь еще есть? Он все про свои сюрпризы пишет, как всегда. Потом пишет, жди, посмотрим, несколько злых родителей будет. Скину-ка я видео вашей школы. О, у нашей школы вообще нет никакой группы, так что кидай куда хочешь. Давайте ему еще все вместе отправим хэштег. Хэштег циферку-шестерку. Все вместе возьмем, мы отправим. А еще его ссылка будет в описании. И также я узнал по поводу его штрафа, что он писал. Это... КОП РФ статья 20.01, 20.1, мелкое хулиганство. Первое мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явление неуважения к обществу, сопровождающее нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным причастием к гражданам, а ровно уничтожением или повреждающим чужого имущества. Вычет наложения административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административного ареста на 40 до 5 суток. Второе. Те же действия с неповинным законом требуют представителя власти, либо иного лица, исполняющего обязанность по охране общественного порядка или перескоящего нарушения общественного порядка, влекут наложение административного штрафа в размере от 1000 до 2500 рублей или административного ареста на срок до 15 суток. Все. Тебе вообще это было выгодно делать?
Также напоминаю, ссылка на его ВК будет в описании. Пишем ему хэштег и шестерку. Sick of this shit.